большинство из нас, даже поставив свои цели, не поставив своих целей, они учат английский, пользуясь старыми методами, которые нам навешивали в университетах, да, в школах. Какие это методы? В основном нас заставляли переводить, правда? Потому что переведенную речь, которая воспроизведена, скажем, на русском, намного легче проверить, чем, скажем, оригинальные английские предложения, да, мысли на английском языке. Получается, что мы учились переводить с английского, понимать письменный текст, но мы не учились активно им пользоваться. Так какие же принципы я считаю ключевыми? Смотрите. Во-первых, фразы стоит запоминать в контексте, не отдельные слова. Ну, очень простые. Примеров тут множество. Самый простой пример, это может быть... их на самом деле очень много. Но на самом деле, если вы хотите, допустим, запомнить фразу I will get back to you, то есть я к тебе вернусь, то это намного эффективнее, если вы запомните просто отдельно слово get и отдельно слово back. Почему? Потому что эти фразы, эти слова, они для вас не имеют смысла. У вас нет с ними ассоциаций. С другой стороны, если вы помните фразу, вы ее отлично запоминаете. Привожу вам пример итальянской, например, пословицы. Итальянцы очень часто говорят «Tutto il mondo è paese», то есть «весь мир есть страна», в смысле, что везде есть и хорошие, и плохие люди. Вот если вы знаете эту пословицу, «Tutto il mondo è paese», то слово «tutto», означающее «все», вы потом вспомните совершенно безо всяких осложнений, без всяких трудностей. Вот такой простой пример. То же самое касается и английского. Далее. Прекратите учить английскую грамматику. Обязательно, уже сегодня. Я считаю, что грамматику, в принципе, хорошо учить в начале, чуть-чуть, но только чуть-чуть, немножечко, чтобы вообще понять, что в этом языке происходит, зачем он вам нужен. И в конце, когда вы уже на языке говорите, когда вы в принципе его понимаете. Вот так вот, очень все просто. Получается, что вначале вы немножко ее понимаете, этот язык, далее вы активно его слушаете, насыщаетесь им, то есть учите язык ушами, а не глазами, да, потому что вы не можете произнести то, что вы только видели один раз, да, но никогда не слышали звучание этого слова. И далее, когда вы уже говорите на языке, когда вы его понимаете, вы начинаете учить его глазами, то есть читать. Вот таким вот образом. Далее. Грамматические формы осваиваете на практике. То есть вам не нужно знать все времена, которые есть в английском. Вам не нужно знать все исключения, абсолютно все правила и склонения. Вам нужно знать определенный базис. Это определенные слова, которые я называю ключами, да, ключами к языку. О них я тоже говорю на своих событиях, которые можете посмотреть по красной кнопочке. Вот там я все это рассказываю. Но, в принципе, этих слов достаточно. Привожу вам простой пример. Допустим, когда я был в Испании, да, то я, естественно, не знал всех названий продуктов, названий вещей, названий там фруктов, еще чего-то. Но я умел задавать вопросы. Я знал те самые ключевые слова, о которых я вам рассказываю сегодня. Я знал, как людей спрашивать, да, как объяснять то, что я хочу. И в 98% случаев я обходился там без английского. Просто общаясь с испанцами на их родном испанском языке. Получается, что этого достаточно. И гнаться за огромным количеством слов и фраз. Вот я помню, когда сам начинал учить английский, я думал, что вот, знаете, переведу весь словарь, выпишу все слова, которые там есть, буду знать английский. Ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Почему? Почему мне хватало в Испании того, что я знал на тот момент? По той простой причине, что 90% повседневных разговоров, то, о чем люди говорят вот просто каждый день в своей повседневной жизни, это тысяча, ну, может, максимум, если люди более образованные, скажем, да, более высокого уровня, это 3-4 тысячи слов. Все. Максимум. Если задуматься, мы говорим, в принципе, одни и те же слова. Мы говорим их в разных ситуациях, но мы используем их постоянно. Постоянно те же конструкции, те же самые вещи. Поэтому эти самые 1000 слов дают вам разговорный базис. Разговорный базис и умение думать этими словами дает вам возможность говорить. Сразу, буквально 3-4 месяца. Чтобы это все отшлифовать, достаточно 5-6. Вот так вот. Поэтому глубокое знание определенных ключевых структур, о которых я говорю на других мероприятиях, помогает говорить на языке достаточно быстро. Знать все вам не нужно. Но вам нужно знать то, что описывает вашу реальность. То есть то, о чем вы хотели бы, скажем, сказать по-русски. Далее. Пользуйтесь только аутентичными, то есть натуральными, естественными материалами.
Очень часто, когда люди начинают учить язык, им выдают, знаете, всякие буклетики, всякие пособия и так далее. Но, как правило, эти вот все цветные издания, они разрабатывались специально для студентов. Там упрощенный язык, там измененный язык, там неестественно звучащий язык. И получается, что люди приезжают, поучившись таким образом, приезжают в Америку и начинают рассказывать. How do you do? Американцы просто не знают, что на это ответить. Так не говорят в США, ну просто не говорят. И поэтому пользуйтесь теми материалами, которыми пользуются native speakers, которыми пользуются носители языка. Вот так вот. И тогда у вас будет их язык. То есть вы должны слушать то, что слушают они, читать то, что читают они, а они не читают этих вот материалов, которые упрощенные для студентов. Вы должны пытаться говорить так, как говорят они, и вы должны научиться обязательно реагировать на язык. Каким же образом? Если вы знаете, сейчас одну секундочку, если вы знаете, нас очень часто учат слушать язык пассивно, просто понимать английский на слух. Вот у кого, кто сталкивался с такой проблемой, напишите, пожалуйста, в чате. Получается, что человек может понимать английский, делает это пассивно, но когда ему нужно открыть рот, когда ему нужно среагировать на что-то, на какое-то действие, ответить на вопрос, он просто в ступоре. Вот у кого была такая ситуация, пожалуйста, поставьте два плюсика, в чат, в комментарии. Сейчас посмотрим. Вспомните, пожалуйста, когда у вас такое было, что вот вам задают вопрос на английском, или вам иностранец мог подойти, или, возможно, в университете, или, возможно, в школе, вам нужно уже говорить, а у вас ступор, вы не знаете, что сказать, вам страшно, просто вы парализованы. Вот было такое? Напишите, пожалуйста. Пользуйтесь ассоциациями. Что это значит? Не учите слова просто, не выписывайте их списками, пытаясь выучить язык. Пытайтесь привязывать слова к реальным объектам. Ну, почему это важно? Привожу очень простой пример. Допустим, можно выучить 20 слов, совершенно не связанных между собой, если вы их выпишете на листок бумаги. Да, будете сидеть, вот, бубнить, учить и так далее. Это, как правило, не работает. А теперь представьте, что вы поехали в США, и вам эти 20 слов реально показали, что, допустим, вот это называется кровать, это a bed, вот это называется a pencil, вот это называется a doorway. И вам их реально показали, вас провели вот по какому-то дому, по какому-то помещению, где все это есть, дали пощупать. Как вы думаете, в каком случае запомнятся эти слова лучше? Напишите, пожалуйста. Я все-таки думаю, что во втором. Именно поэтому стоит ассоциировать те предметы, которые вы учите в языке, с реальными объектами и явлениями. Делать это можно через музыку, через фильмы, через подкасты. Об этом сегодня расскажу. И еще один момент, как реагировать на язык, я тоже расскажу вам это, но я обычно говорю об этом на платных событиях, платных мероприятиях. Людям очень нравятся мои техники, которые помогают говорить быстрее, которые помогают именно реагировать на язык, а не просто его слышать, просто люди приходят в восторг, потому что реально никто такого еще у нас не делал, и так язык не учил. И они же тренируют вас думать на английском. Об этом сегодня поговорим.